Что вы знаете о Всемирной неделе предпринимательства? Нет, не слышал. Нет, ничего. Нет. Не знаю. Нет, к сожалению, нет. Я это услышал только от вас. Как видите, уровень знаний об этом мероприятии мог бы быть и выше. А стоит ли вообще поддерживать молодых предпринимателей в их стремлении обмениваться опытом? Безусловно, нужно помогать, должен быть увеличен средний и малый бизнес. Конечно, нужно, потому что я более чем уверен, очень много молодежи в наше время хочет иметь свой бизнес, хотят зарабатывать, хотят быть независимыми. Можно и нужно, только надо же сами молодые люди, которые хотят заниматься, они должны иметь представление о том, чем они хотят заниматься. Люди бы интересовались, общались между собой. Я все-таки не за материальную помощь, а за помощь своим опытом, своим взглядом, чтобы, опять же, гиганты предпринимательства в России и зарубежные предприниматели помогали молодым парням, молодым девушкам организовывать свой бизнес знаниями. Всегда хорошо, когда проходит какой-то семинар или люди какой-то одной идеей объединены. Это очень хорошо, люди находят единомышленников, партнеров и друзей. Именно поэтому с 12 по 18 ноября в Москве проходит Всемирная неделя предпринимательства. Всемирная неделя предпринимательства – это международная акция для тех, кто молод, активен и стремится изменить мир к лучшему. Для тех, кто видит возможности там, где другие видят сложности. Для тех, кто мечтает о своем бизнесе. Но для создания и развития своего дела недостаточно одного лишь энтузиазма. Нужна идея, нужен опыт, нужны контакты. Именно для того, чтобы помочь молодым предпринимателям со всего мира обменяться этим и нужна Всемирная неделя предпринимательства. С 2006 года Всемирная неделя предпринимательства проводится в Англии. С 2007 она стартовала в США. В 2008 году к этой акции присоединился весь мир. Всемирная неделя предпринимательства проводится и в России. В этом году в организации ВНП в Москве активное участие принимает Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. При его поддержке более 60 организаторов проводят более 210 различных мероприятий, форумов, семинаров, мастер-классов. Как выработать навыки принятия решений? Как создать креативный бренд своими руками? Каковы тенденции частного и семейного бизнеса? Это лишь малая часть вопросов, на которые можно получить ответы на мероприятиях ВНП, посвященных развитию малого бизнеса в молодежной среде. Коммуникация – это форма существования любого бизнеса. Чем больше у тебя коммуникаций, тем больше шансов выжить на современном конкурентоспособном рынке. Ну, во-первых, обмен опытом, во-вторых, налаживание бизнес-связей, и это расширение возможностей для участников всех этой конференции, это, опять-таки, популяризация
частного предпринимательства, малого предпринимательства, то, на чем живет весь цивилизованный мир, Западная Европа, Соединенные Штаты, на чем состоялись. Поэтому это очень важно для нас, для России. Мы занимаемся предпринимателями, мы помогаем молодым предпринимателям, в том числе, расти и развивать их бизнесы. Поэтому это то мероприятие, где мы должны быть. Тема семинара – опытные предприниматели пришли рассказать, как они начинали бизнес, какие-то советы дать практически, конкретные советы конкретным людям. Мы готовим предпринимателей, мы бизнес-школа, и основное наше предназначение – это учить бизнесу, готовить управленческие и предпринимательские кадры для новой экономики нашей страны. Это программа бакалавриата, магистратуры, есть даже у нас слушатели программы MBA, то есть всех тех, кто хочет пойти по этой непростой стезе создания собственного бизнеса. Для меня это важно, поскольку предпринимательство в России, институт предпринимательства в России находится в столь зачаточном состоянии, что хотелось бы рядом с собой иметь партнеров равных, с которыми можно было бы идти в будущее, с которыми можно было бы развивать что-то дальше. Миссия нашей организации – это способствовать развитию молодых компаний, молодых предпринимателей, которые социально ответственны, инновационны, ну и приносят прибыль, генерят, собственно, доход. Поэтому для меня Всемирная неделя предпринимательства – это очень сильный инфоповод, да, чтобы привлечь внимание общественности к этим проблемам и вовлечь нашу аудиторию в наши программы. Лишний раз рассказать им о том, что существует, что мы делаем для них, что мы готовы, чем помочь можем. До сегодняшнего дня я, в принципе, не имела понятия, что такие мероприятия возможны, что именно действительно я могу прийти сюда в следующий раз, когда я уже прям нацелена буду на решение какой-то конкретной задачи. И мне помогут здесь, на самом деле помогут с кадрами, выделят людей, и они будут заинтересованы в моем проекте столь же сильно, как и я. Люди, которые сюда приходят, они имеют какой-то определенный опыт, и на фоне всего этого я чувствую, что, приобретя этот опыт, я тоже смогу создать свой бизнес. До этого, и считаю, не только я, но и некоторые другие ребята, они были немножко, скажем так, не уверены в общей ситуации. Сейчас более или менее проясняется. Конечно, буду участвовать. Ну, потому что всегда интересно обмениваться с теми людьми, которые знают в другой сфере что-то новенькое. И, в принципе, для меня общение очень важно, лично для меня. Будем. Деньги никогда не бывают лишними. Да, нам это интересно, это очень нужно, это важно. Идею предпринимательства нужно пропагандировать. Да, обязательно. А здесь мы все равны, мы одинаковые, похожи, мы все предприниматели, занимаемся одним и тем же, и поэтому участвовать в таких мероприятиях довольно здорово. Да, мы будем участвовать. Определенно, да. Да, обязательно. Буду. Обязательно, конечно, буду, поскольку это колоссальный опыт.